Привет, зритель. Я в каком-то ролике уже говорила про свою проблему портов на системнике. И в итоге я, конечно, пыталась посоветоваться со своим приятелем, но поняла, что... Может, конечно, я не права, но мне кажется, он на тот момент очень хотел попереводить, точнее, почитать очередной ивент в Магирека, чем внятно понять мою ситуацию выбора. В итоге я приобрела то, что изначально хотела. Сначала думала... маленький USB-порт, два USB-порта, ну, в смысле, маленький портовой адаптер, концентратор, USB-концентратор на 2.3, ну, 2.0, на обычный, на белый, короче, порт, потом, а другой на синий порт, потом два в одном, потом небольшой и картридер внутренний, чтобы потом разобрать системник и с морды лица вставить. Потом подумала, вдруг у меня на материнке не столько дырок рассчитан, не рассчитанных настолько картридер, ну, настолько портов в картридере, которые я думала изначально купить. Разница примерно так в косарь. Тот картридер, что я хотела изначально, ну, как бы осенью купить, допустим, на будущее, стоил около 3000. А этот... Блин, 1600 с чем. Ну, короче, почти 1700. У меня телефон, ну, а телефон тут. На Вайтберис он... А, нет, на Вайтберис это другой. На Вайтберис я видела, кажется... Слушайте, может, и на Вайтберис видела. Короче говоря, я видела что-то похожее в ДНСе. Потом, ну, как-то он был по проводам. Немножко там провод чуть очень маленький, прочим у этого. Может быть, потому он и стоил 1000, ну, где-то 1200, типа того. А я видела точно такой же за 1400 с чем-то на Яндексе. Но я не знаю, как там у Яндекса, если вдруг что-то не кошерное, как это вернуть на Озоне, хотя бы у меня было уже два возврата, ну, как бы физический и не физический. И я как бы просто как бы на Озон надежнее. Ну и на Озон у меня, если картой расплачиваешься озоновской, то копает монет. Бонусик за это. Бонусик, который практически монетка. Ты зачем грызешь сумку, а? Она, кстати, по ходу дела тут лазила немножко сюда сзади, потому что тут пару обезьян обнаружила, которые внезапно упали. И в итоге я сошлась на том, что мне надо просто концентратор на 7 USB портов, 4 на 3.0 и 3 на 2.0 плюс адаптер питания от сети, не только. В общем, в принципе, им можно пользоваться, если не нагружать там внешними жесткими дисками, просто, допустим, флешки, мышки и так далее, и даже в том числе ноутбук подключать не только к системнику. Можно пользоваться, просто питать от системника там или от ноутбука, да, от системника. А можно использовать, соответственно, вместе с адаптером. Ну и вот адаптер питания я именно так и хотела. Вот оно. Это у нас Ginzu. www.ginzu.com. 7-портовой USB 3.0 дробь 2.0 концентратор. С адаптером 7 портов USB 3 хаб. Ну, это называется USB хаб, концентратор, разветвитель, кто как. И у него еще такая фишка, что можно отключать порты. Вот кнопочки, я комплектацию проверила на базе Озон. Да, сейчас я гляну его цену. Так, где это тут у меня? 1628. Даже чуть меньше. Ну, в общем, он как бы идет по скидке. Так, он цена у него стоит 2442. 1628. Меньше, чем я думала. Ну, в смысле, я что-то округлила его до 1700. Но тоже. USB-концентратор Ginzu GR-388UAB в скобочках 4 порта USB 3.0 плюс 3 порта USB 2.0 с адаптером питания черный. Ну и как бы на все вообще концентраторы USB-хабы были такие отзывы 50 на 50, кому подошел, кому не подошел, у кого глючит, у кого еще что-то. Я рассчитываю на то, что у меня все-таки Linux, и Linux жрет все. В смысле, на Linux работает все оптимально. Я помню, когда-то у меня была подружка, я ей ставила, тогда еще, может, 15-14, короче, какую-то Linux Mint на ее допотопный ноут, у которого отказала ли оба USB-порта именно на винде, но на Linux они возродились. Поэтому я рассчитываю на это. Что оно все-таки
Союза. Это тут у нас инструкция по применению. Да, я как бы как обычно сделаю сейчас вот этот обзор физически, а потом уже камеру включу, когда воткну его. Что куда вставляется? Вариации, кстати, вот этого гинзу. Я еще сориентировалась, там несколько отзывов было таких вот подробных и нормальных, где вот действительно все работало. У человека этот USB-хаб используется как, ну, помимо прочего, там два винта, вот, и как эти винты, как локалка. Из минусов он написал, что нельзя дистанционно отключить локалки от этой USB-хаба. Ну, это как бы уже стёб практически. Не знаю, может, какие-то USB-хабы существуют, у которых можно локалку дистанционно отключить. Я об этом только еще думаю, у меня, потому что, в принципе, приличное того, чтобы можно сделать маленькое локальное хранилище. Я зверски вскрывала коробочку. Ну, как, в принципе, обычно. Я что-то ее открыла, но не подумала, что там скотчем залеплено. И поэтому надо было ножницами-ножичком порезать. Можно ставить мышку, можно ставить флешку. Можно ставить принтер, можно ставить клавиатуру. Подключить внешний диск, еще что-то такое. Да, вот тут. Можете отсканировать. На паузу нажмите только. 7-портовый USB 3.0.2.0 концентратор с адаптером 4 порта. USB 3 плюс 3 порта, USB 2 индикатор питания, кнопка включения на каждый порт. Интерфейсный кабель 80 сантиметров. Совместимость Windows 10 8.7 и Mac 10.5 и выше. Вставил и играй. Мысли вставил, и никаких дров не надо. Адаптер GA32, 12UB, 2 USB, 5 вольт, дробь 2,5А. Кабель питания 1 метр. Кинзу. Китай. Тут вот такой вот как бы провод. Ну вот у меня был давно-давно USB-хаб на USB 2.0, и я, видимо, когда-то его продала рублей за 200 еще на механке, когда вот, ну, я поняла, что он мне не нужен, да? У меня тогда этих дырок USB-шек хватало за глаза и уши, потому что я вчера искала, вчера, кстати, заказывала, делала заказ, вчера искала и поняла, что у меня только не USB, а этот switch, ну, в общем, разветвитель, когда у меня еще был ADSL-овский модем. В общем, у меня он был чисто через USB подключался, тоже такая дырка. А здесь вот, видите, как бы оно воткнуто так уже само по себе. И провод, который соединяет, вот тут подключалка. Сейчас я это разъединю. Удобно, потому что у меня тут животное начинает пытаться грызть провода. Я уже думаю, потому что эфирным маслом помазала, но через сутки выветрилась. Купить, наверное, этот спрей с апельсиновым ароматом эфирного масла на Wildberries, который как бы он, с одной стороны, отучивает гадить котенка в ненужных местах, с другой стороны, он как бы отучивает котенка лазать, где не надо. Ну, провод тут у нас. Да, кстати, вот тут 4 USB дырки. Синенькие и беленькие. Ну что ты все тут буйствуешь, кошка? И они вот, да, действительно нажимаются. Вон она еще другая нажалась. Я сначала думала, нахрена мне эти кнопки, искала без кнопок. А с другой стороны, в принципе, если отключить, оно как бы не будет разделяться это питание, в ожидании там не будет ничего стоять. Куда ты залезла? Ты, конечно, молодец, что сюда залезла, но у меня тут это... вещи, которые лучше не трогать кошкам. И провод к нему. А еще отдельно там продаются как бы и эта фирма, и другие. Бывают, я встречала, что как бы адаптер питания покупаешь отдельно. Что-то как бы... не все подходит.
Он входит не до конца. Куда ползем? Вот когда не надо, ты ползешь. Когда надо, не ползешь. Классическое животное. И да, кстати, здесь вот две USB-дырки. Я не знаю, правда, нафига. Может быть... А, да, вот тут еще что-то можно использовать как зарядку телефона, допустим. Воткнул в сеть и через него подключил провод и включил зарядку. В принципе, мы его собрали. Я, правда, сначала думала, что с одной стороны вставляется один провод, с другой стороны вставляется другой. Попробую у меня его как-то так поставить. У меня, правда, животное уже запрыгивало на системник. Не знаю, где оно умудрилось забраться. А тут я что-то работала за компом, смотрю, у меня кошка вылазит там, где не надо. Вот он вот такой. 1628 на Озон. С доставкой на следующий день. Плюс еще как бы на Яндексе там какое-то время надо ждать. И я решила, что лучше я чуть-чуть побольше потрачу, но при этом получу на следующий день, чем буду там не знаю сколько ждать на этом Яндексе. И еще не факт, что оно дойдет. Мне кажется, на Яндексе лучше покупать какую-нибудь еду. Ну, не технику точно. Продолжаю. Короче, я не сразу рубилась. Я думаю, почему оно у меня только два порта горит. В общем, когда нажаты кнопочки... Вот, порт выключается. Это если они как бы выключены, они вверху. А чтобы нажать, то вот оно все догорелось. У меня сейчас он у меня, короче, подключен через дырку синенькую. В нем воткнута сейчас вот в USB-шке, которая белая, двушки, клава, клавиатура и видеокамера. Сейчас он пока не включен. Ну, вот включила саму сеть. Внешний диск Адата у меня включен как бы просто в отдельное чистое гнездо. Я сейчас попробую с флешками и, может быть, еще с винтом, потому что у меня как бы есть еще три USB, в общем, три внешних диска, помимо того на 2 терабайта. Сейчас проверим клаву. Вон клава горит. Сейчас проверим камеру у нас. Ну и заодно... Да, вот камера загорелась. Камера загорелась, правда, еще не распознает меня. А вот все, камера загорелась, меня распознает. Можно ее... Вот камера. Вполне себе функционирует. Так, сейчас какой-нибудь запустим файлик, просто чтобы насчет клавы проверить. В общем, у меня запустилось тут мой LibreOffice. Он, правда, по-моему, на латинице. Вполне себе печатает. Да, я тыркаюсь носом в монитор, потому что нифига не вижу. Это максимально, что можно сделать. В том плане, что все это вместе воткнуть, это очень неудобно тут располагать. Там у меня два винта, один просто воткнут красный, это Адата на 2 терабайта, он сзади в чистое гнездо воткнут. Потом Тошиба сверху, точнее Тошиба на нем. Да, как раз сверху тут две Адаты, мелкая и крупная. Все они распознаются. О, да. Чего у меня тут, да? Название флешек мной. В общем, вот здесь вот у нас. Адата одна, вторая, Тошиба еще Адата. И сейчас я еще пару флешек воткну просто так вот. Очень хорошо все открылось сразу. Я считаю, что это вообще круто, потому что у меня даже... Само гнездо не всегда быстро так распознает. Здесь у меня пара флешек и флешка как переходник. И я вот сейчас возьму какую-нибудь из этих.
У меня тут написано Симата 8. Я не уверена. Действительно, у меня сейчас тут Симата. Возможно, какая-нибудь другая линуксина. Может, даже и этого нету. И, да, Симата – это самопальная. Ну, не мной, конечно, пальная. Короче, какой-то медик из России. Хрен знает, в каком году сделал вариацию на основе Линукса, ну, свою ось, типа. Я его все время тестировала, тесты ради, действительно. В общем, сейчас вот ставлю просто тут, да, переходник от Samsung, но сама флешка другая, тут что-то, какое-то видео с камеры. И сейчас проверим, как оно будет. В общем, вот тут все заткнуто у меня. Это не вставилось, потому что она как бы вставляется, и надо, чтобы дырка рядом была свободна, или вместо, вот, допустим, красного хвостика, где сейчас клавиатура собачена. И да, тут действительно какая-то линуксина оказалась, Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 бит. И вот у меня тут, сейчас, я забыла, что у меня тут как бы, да, вот этот адаток, одна адата жопы вот, ну, а потом три внешки, две флешки, одна при этом установочная, клавиатура светится. Тут положила, но все-таки не падает. И сейчас я попробую еще камеру снова включить. Да, мышка в левой руке. Я сейчас попробую сейчас вот так сделать камеру. Если вдруг тряслось, то я тут пыталась с одной руки на другую взять. Да, и вот у нас камера. Так что, если у вас вдруг то стоит, такая же проблема с малым количеством, привет, люди, сама себе машу в камеру рукой, сейчас чихну. Вопрос такой вот относительно USB дырок, все-таки чихнула, пардон, то вот такая штука — оптимальный вариант. В общем, как бы Лёля советует, на практике все работает, действительно, если, в принципе, все, если подключено к питанию, то все нормально, учитывая, что у меня внешние диски, посчитать, давайте, вот тот, который там, не считаем, который попу вот тут у системника, 2,5 терабайта общей суммой внешки. Я тут пытаюсь опять не чихнуть. Потом видеокамера стримовая. Привет, подписчик, спасибо за подарок. Клавиатура игровая. Правда, она обычная для меня, мне тупо она была с белыми клавишами, с белыми буквами. Потом и еще две вот флешки. Сейчас я еще просто попробую через переходник, вытащу потом те вот две флешки, и как оно себя поведет. Ну или, допустим, поменяю клаву на USB 3 и сюда поставлю вот в эту штучку. Сняла все, извлекала безопасно, выключала порты, потом вставляла заново. Клавиатура у нас светится опять же. Флешка с видео на флешке с переходник, тоже все нормально. И вот у нас и камера там. И открылась новая папка как раз. Хотя, возможно, там у меня пустая. Нет, это открылась папка как раз вот Win32. Это была флешка, которая, да, это, кстати, не видео. Это флешка, которая у меня была вставлена в нетбук, ну, в смартбук Prestige, который на 32 бит. Перед тем, как я обновила систему с винды на винду снова, ну, короче, виндовские обновления, и там я просто доставала эту флешку, чтобы потом уже как бы восстановить с нее данные, потому что теперь там стоит на 64 гига флешка. В общем, вот у нас три внешки, клавиатура, видеокамера и флешка, которая как бы переходник. Вот все работает нормально. Я считаю, тест прошел удачно. Хотя оно тут все вот так висит. Но это просто тестовый вариант. Так, конечно, я вряд ли буду нагружать. Но при случае, если вдруг чего, если я придумаю, куда ее так поставить нормально, чтобы она нормально лежала, а не вот тут так еле-еле так-то так вот лежать, то, в принципе, оно все вполне себе функционирует. Всем спасибо за просмотр. Ну и да, я снова советую к приобретению, если вдруг у вас такая же проблема с отсутствием лишних дырок. И всем пока!